У всех нас есть мечты. Все мы ценим свое время и хотим чего-то достичь. Вспомните, когда вы готовились к экзаменам, как себя чувствовали, глядя на кучу неясных терминов? Сколько времени тратили, чтобы узнать, что они значат? Вспомните, как хотели порадовать близкого человека чем-нибудь вкусненьким, но не понимали, как это приготовить, увидев незнакомое название в рецепте. Энтузиазм пропадал. Что вы делаете, когда хотите узнать, что значит какое-то слово? Вы копируете его, вставляете в строчку поиска, получаете массу результатов, выбираете один или несколько сайтов из поиска и забываете, о чем шла речь в статье или зачем вообще искали это слово. Итак, постоянно. Show Me – это бесплатное расширение для браузера, которое поможет вам. Просто установите Show Me в свой браузер, наведите курсор на неизвестное слово и увидите не только его значение, но и изображение или даже видео, чтобы понять, о чем идет речь. Насколько проще станет ваша жизнь, когда огромный объем непонятной информации превратится в бесценные знания, разложенные по своим полочкам. Вы сэкономите массу времени, потраченную на поиск значения слов, а чтение станет удовольствием. Попробуйте сами, установите бесплатное расширение Show Me для вашего браузера на сайте.